Сегодня 29 апреля. Вот продолжаю выращивать хлореллу, наращивать, очищать его и так дальше. Вот маточник в бочке наращивается, которую можно дальше использовать, эту водичку для поливов и так далее. Если пошевелить, видно выделение газов. Насколько это будет видно. Вот хорошо, по-моему, видно. Это та углекислота, которая и наращивает хлореллу. Водичка в бочке уже зеленая, она хорошо прогревается в течение дня, хотя ночи еще холодные. Это бревно, проросшее шиитаками или можно вешенкой. Здесь сейчас я покажу, есть даже грибочки. Зависть. Я его держу в течение 6 часов, 8. Он набирает влагу и затем я его забираю, потому что если бревно постоянно держать в воде, то могут начаться процессы брожения. Я думаю, видно, водичка уже зеленая. Нужно было взять баночку, показать. А дальше я выращиваю вот таких баночках отдельно проращиваю хлореллу. Это вот неочищенная хлорелла. Она, конечно, скажем так, ярко выделяется среди темным цветом, но это еще не говорит о том, что здесь как бы только хлорелла. Если использовать для поливов, подкормков, подкормки растений, вообще-то нормально. Но здесь очень много посторонних водорослей. Если водоросли слипаются, это уже говорит о том, что не совсем то, что нам нужно. Нам нужна чистая культура, которая не слипается. Здесь вот идет очищение. Она немножко такая желтоватая. Дальше она будет приобретать зеленый, темно-зеленый цвет. Трудно показать съемками. Вот видно. А это я взял вчера эту водичку из бочки. Вот видно, пузырьки кислорода выделяются на стенках. Пошевелить, видно, как пузырьки выходят. То есть хлорелла наращивается. И вот это вот водоросли, которые слипаются, они налипают на поверхности. Ну, как бы таким образом фильтруются. Часть оседает на дно. А самая ценная часть хлореллы остается в планктоне, остается в воде. В дальнейшем, когда я полностью очищу хлореллу, я выделю этот уже проросший штамм, природный симбиот, и буду расселять на таблетках таких пористом, на пористых таблетках из минерала. Во влажном состоянии можно будет ее хранить либо транспортировать, скажем, с пересылками и так далее. Ну, процесс очистки хлореллы у меня еще займет какое-то время. Я думаю, месяц это точно. Но процесс идет. Обычно это вот, с такой скоростью она у меня проращивалась с середины лета. И так как я понял, что она у меня уже присутствует на участке своего рода, тот штамм, который здесь поселился,
то этот процесс идет быстрее. Если вы у себя будете ее для полива выращивать, ее можно вырастить в больших объемах, нет проблем, то у вас также она будет жить и в почве, не будет растение болеть с всякими слизистыми заболеваниями, гнилью. В общем, экология почвы, естественно, будет лучше. Также можно очищать пруды, если будет содержится в прудах рыба, то вода будет только очищаться, и рыба не будет болеть. Вот видно сверху пузырьки, это с посленом. Я и эту емкость я не очищаю, в общем, по-другому ее культивирую. Эти очищаю. Нужно получить устойчивый темный раствор без налипания. И этот уже раствор хлореллы, получившийся, размножать. Буду предлагать всем желающим.